В семье Ивановых всего 8 детей, 6 приемных и 2 своих. Пока глава семьи на работе, а старшие ребята постигают азы науки в школе, малыши все время находятся с мамой. Но сегодня ей представилась хорошая возможность спокойно заняться домашними делами, а также уделить время себе, что с таким количеством детей получается не так уж и часто. Ведь с двойняшками Кирой и Тимофеем играет одна из волонтеров Брестского университета имени Пушкина. Управление по образованию Московского района предложило нам некую помощь в виде волонтеров из университета имени Пушкина, которые готовы поработать с нашими детьми. И сказали, продумайте спектр, в котором вам нужна именно конкретная помощь. Да? То есть могут прийти старшие дети погулять с детьми, поразговаривать, либо помочь, например, сделать уроки. Если сказать честно, не всегда есть время чисто технически уделить на всех детей. А пока с трехлетними двойняшками Кирой и Тимофеем играет волонтер на первом этаже, Саша тоже не сидит без дела. Он выполняет домашние задания. Пойдемте посмотрим. Саша учится в 5 классе, и его любимый предмет – физкультура. А вот математика, русский, белорусский, впрочем, как и у многих детей, требуют дополнительной подготовки. И сегодня в выполнении домашнего задания ему помогает Ольга. Она студентка 2 курса по специальности начальное образование. Мы с Сашей будем заниматься 2 раза в неделю, по вторникам и четвергам. Для меня это какой-то новый опыт, так как моя профессия будет связана в дальнейшем с обучением деток начальных классов. Я думаю, для меня будет полезен этот опыт и полезен также для Саши. Иногда я не понимаю, в каких-то уроках или когда объясняет учитель. И есть такой студент, который мне будет помогать с уроками из ДЗ. Как ты считаешь, это хорошо? Да, это очень хорошо. Действительно, для Саши, а также семиклассника Михаила, который скоро придет со школы, дополнительные занятия очень важны. И не только с точки зрения учебы. Не менее ценны общение и внимание, которых порой не хватает на всех детей в многодетных семьях. Ребята со всех факультетов, то есть силами сводного волонтерского отряда, начали посещать детские дома семейного типа. Всего их 5. И у каждого детского дома есть свои потребности и запросы. Например, в одном из домов семейного типа наши студенты помогают ребятам в подготовке домашних заданий. Это физика, химия, русский язык, белорусский, математика. За каждым ребенком у нас закреплено 2 волонтера. Для того, чтобы дети сразу познакомились с 2 волонтерами и в случае чего ребята смогли подменять друг друга. Для наших же студентов это очень хороший опыт. Новый опыт, знакомства и знания, живое общение и позитивные эмоции. Каждый получает от такого взаимодействия максимум пользы. Главное, что доброе начало положено, ведь вместе решать любые задачи проще.